Всем привет. Да, я. Смотри, куда ты идешь. Как дела? Привет, привет, привет. Алло. Я говорю, за сколько дистанции? Заходи, иди. Смотри, привет. Я иду домой с Вегаса. Ходил покушать. Все хорошо? Все нормально? В Москве тепло, снега нет вообще. Все голий, все тает. Завтра у меня релиз новой песни, которая называется «Красиво». Так что все товарищи, друзья, кто хочет поддержать меня, очень буду рад, если вы скачаете песню и сделаете пост или сторис. Но если не хотите меня поддержать, то не надо. Буду поддерживать себя сам. Да в Красноярске это вообще жесть прям. Я вот сейчас даже не знаю, туда поеду, блин, нахер охереть можно. Минус 35. Привет. У нас других вопросов. Зачем вот заходить в прямой эфир и здороваться? Это будет выглядеть очень глупо, когда... Если человек вам будет всегда отвечать каждому, это будет здравствуйте, здравствуйте, привет, 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 привет. Вечер добрый. Вам вопрос как мужчине. Если мужчина перестал со мной разговаривать без видимой причины, то как себя вести и стоит ли ему звонить или что-то предпринимать? Спасибо. Ну, видимо, может, какая-нибудь причина последовала. Со стороны женщины и мужчины, как всегда, сплошные непонимания. Кто-то, может быть, чего-то ожидал, а кто-то ничего-то не ожидал. Фиг его знает. Привет, еще раз привет всем. Морковка, привет. Для только что зашедших напоминаю, завтра релиз моей новой песни «Красиво» на всех площадках: ВК Бум, iTunes, Play Market, Яндекс, Инстаграм, естественно, будет тоже. Поэтому поддерживайте. Как ни крути, вот все равно успешность каждого артиста зависит от его фан-базы, от людей, которые поддерживают его. Ну, чем она слабее, тем медленнее развитие. Да вот я думаю, сегодня может быть это... выйти в эфир что-нибудь почитать, да уже поздно, наверное. Еще раз привет. Домой. Ну, планирую к числу 17-му, наверное, съездить. Точно. Все, вот сейчас наконец решили
некоторые документальные вопросы там по песне. И сейчас еще одна интересная совместная работа назревает. Не буду говорить с кем, но примерно такого же уровня, как Александр Николаевич, только немножко помоложе. Потанцевальнее, помоложе. Дай бог не выгорит, посмотрим. Если найдем общие точки соприкосновения, то пополним базу еще одними исполнителями интересными. Устроить дамам праздник. Константин Крамсаков, вы ничего не хотите мне отправить на мой лицевой счет? Или хотя бы позвонить мне, сказать: дорогой друг, я самый ужасный китаец из всех китайцев. И подлый. В некотором роде, хоть местами бываю податливый и добрый. Короче, что хотел сказать. Погода в Москве огонь. Делать особо нечего. Все как бы раскидал, жду. Жду ответной реакции по песням и так далее. Сейчас думаем по съемкам клипа на «Я люблю тебя до слез». Ну, дай бог, что что-нибудь придумаем. Потому что все так долго, конечно, делаем. Ну, как есть. Главное, результат. На районе. Привет из Пензы. Пенза, привет. Как дела, как погода в Пензе? О, ёпарасота. Нет, мы с Катюхой давно уже не вместе. Мы бы что-то поздно проснулись. Ну что сегодня, выходить в прямой эфир, нет? Кто хочет? Живого звука и живых песен. Минск, салют. Ну, меня уже здесь не будет 23 числа, к сожалению. Поэтому... Нет, не скучаю по ней. Ну все тогда, выйду в эфир чуть попозже. Не буду тогда тратить сейчас ваше драгоценное время. Я уже тем более подхожу к дому. Пишите ваши заявки в директ, что будем петь. Все, давайте. Скоро выйду в эфир.